Всем доброе утро и всех с праздником Крещения. Сегодня 19 января. Вон Томочка вышла. Что? Вот наш одноэтажный бунгало. Тут всего 6-7 номеров. Покажу обзор номера. Все под пальмой. Вот он сразу первый. Если смотреть, 29-й. Убирает номер каждый день, приходит в 7:15. Мы прилетели вдвоем. Закрою дверь. Подружку просто комары покусали. Москитную сетку вчера натянули. Сетку можете найти в шкафу. Панорамные окна открываются. Белье меняют каждый день. Кровати очень хорошие. Большой и плотный матрас. Ух. Ящики. Второй ящик. Хороший плазменный телевизор. Тапочки выдают. Вот такую водичку каждый день на человека одна бутылочка. Зеркальце тоже, ящички, трюмо. Шкаф хороший, вместительный. В каждом номере есть чайник. И в каждом номере есть холодильник. Есть даже морозилка. Хорошо морозит. И для льда есть. Такой момент. У них вообще во Вьетнаме очень плохо с молочными продуктами. Их нет ни на завтрак, ни молока, ни сливок. Поэтому я в Москве купила сливки. Они также стояли без холодильника в магазине. Пол-литра. И привезла с собой. Это те люди, которые не могут пить кофе без молока. Wi-Fi в номере есть. Вообще во Вьетнаме нет проблем со связью. Не нужно покупать, я думаю, сим-карты. В номере есть Wi-Fi. И на ресепшене есть. При заселении вам сразу выдают конверт запечатанный. На нем все написано. Сейчас покажу. Ванная комната. Тоже убирают. Все выдают каждый день. Жидкое мыло. Хорошая душевая, я считаю. Стекло. Плотно, ничего не выливается. Знаете, как привыкли все это в Турции, в Тунисе. Все постоянно лужи. Все довольно прилично. Плитка вся новая, вся хорошая. Ни ящерицы, ни тараканы, ничего не бегает. Так, первый душ, вот он большой, рассеивающий. Вот есть точечный. Все наливают вот здесь тоже. Так, еще один нюанс. Вот, значит, мы вдвоем, если приехали, с нами приехал еще человек. И у нас смежная комната. С двух сторон есть замки. Вот, у нее одноместный номер, следующий 30-й. Но вот следующий номер, двери нет. А вот в том номере следующем у них будет смежная дверь. Вот такого типа. Тоже ванна хорошая. Номера большие. Достаточно. Работает первый канал. Должен еще какой-то работать, но я не знаю. Вот, если издалека смотреть. Все очень прилично, я считаю. Кондиционер работает очень хорошо. До 25 градусов. Вот мы выставляем.
Интересно, покажу. С другой стороны, вот я сразу выхожу. Номеров, как я говорила, не очень много. 36-39 всего в отеле. Он сравнительно недавно начал заселять туристов. Как год или полтора. В основном на территории находится ближе к морю. Это вдалеке школа серфинга, картсерфинга. Ну, мы их не видим, они нам не мешают. Вот. Это с другой стороны. И такой у нас садик. Пальмы. Все ухожено. Вот сидят, корпят каждую травинку. Вот они маленькие, согнутся. С утра все ухаживают за этой территорией. Есть двухместные номера. Тут я видела, семья заехала. 4 человека. Ходишь сразу первый пруд. Там беседка посередине. По всей территории лавочки, цветы, пальмы. Вроде все номера заняты, а никого не видно. Музыка не играет, тишина и покой. Очень красиво, очень. Дорога от отеля на дорогу непростая. Могу так сказать, кто мучается с ногами, кому тяжело ходить, конечно, не очень подойдет отель, потому что идти пешком 5 минут. Байки, велосипеды, мангалы, все на прокат, все что угодно. В номерах нет ни пепельниц, ни мусорки. Так что можно взять с собой мусорные пакеты, не помешает. Вот все, кто курит, делают вот такие пепельницы. Еще раз всех с праздником, с крещением. Всего доброго, хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.